Золотые руки поваров и их подмастерья, ароматы ванили и других специй в воздухе. В пекарне территориального общественного самоуправления «Мостовая Слобода» готовит подарки для российских военных. Ко дню защитника Отечества активисты пекут более 200 имбирных пряников. На изделиях изображены и триколор, и герб Ульяновской области, и дата – 23 февраля. Студент техникума питания и торговли проходит производственную практику в пекарне. Павел Феклистов наносит рисунок на пряники с помощью принтера. Будущий кондитер любит свою профессию. Душу вкладываем, вот. А так, в принципе, как мастера говорят, то есть все делать по рецептуре, то есть ни грамма меньше, ни грамма больше. Пряники уже стали брендом ТОСа «Мостовая». Их раздают местным жителям, многодетным, пенсионерам и инвалидам. Дарят на праздники гостям «Мостовой». До этого мы отправляли также пряники на съезд общенациональной ассоциации, ТОС отправили больше 250 пряников, поэтому наши пряники расходятся по всей территории Российской Федерации. Сохранность хорошая, выпечка долго не портится, со временем становится просто чуть суше. И в конце февраля, начале марта пряники будут мягкими и душистыми. Рецепт классический, но с фирменными секретами. Сверху сахарная глазурь, в составе имбирь, корица, кардамон и много-много любви. Скоро эти расписные круглые красавцы отправятся к нашим ребятам на фронт. Ассоциация ТОС сотрудничает с благотворительным фондом «Дари добро». Активисты не первый раз объединяют усилия и отправляют гуманитарную помощь на передовую. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Улправда ТВ.